Светятся птицы в небо, километры замечать. А приходится так редко, земля-то черная хранит свои секреты. Мы ищем там на них ответы. Вот, друзья, приехали сегодня на дизеле. Хорошие есть интересные места, которые надо проверить. Сейчас дойдем до места, где-то идти километр. Потом включимся, если что-то найдем. Друзья, первый более нормальный сигнал. Выкинул землю, что-то так вот блеснуло. Скорее всего, это пуговица. Сейчас. Да, это пуговица. Пришли на такое место. Ямок очень много. Старые, не закопанные. Вот пока походили минут 15. Как бы сигналов не очень много было. Ну, поднялся на горочку. Поднялся на горочку и на горочке прозвенел более нормальный сигнальчик. Вот, гладкая пуговица. Жалко, конечно, что гладенькая. Сейчас ее попробую очистить здесь, посмотреть, что может есть какие-нибудь буквы, надписи. Будем ходить дальше, пробовать. Время еще есть. Поднялся, друзья, сильный ветер. И вот, наконец-то, долгожданный сигнальчик. Вывалилась монетка. Что за она? Неизвестно. Звучало как ранний советик. Вся такая закисленная, грязная. Сейчас попробуем оттереть, посмотреть, что за оно. Потер немножко монетку. Так она сильно в глине, грязная. Ну, по крайней мере, увидел, что это 20 копеек, ранний советик 1932 года. Насчет сохрана пока сказать не могу. Но уже дома буду отмывать и смотреть. Сейчас просто не хочется ее сильно тереть. Продолжаем дальше, обходим вот эту горочку сейчас. Ходили, в принципе, сигналов не очень много. Там на горочках много ям, а здесь ямок вообще ничьих нету. Ну вот, набрели на монетку. Сейчас перекусим и пойдем ходить, искать дальше. Наш скромный обед, друзья. Такие вот треугольнички со слоеного теста с сыром. Ну и мяско немножко. Сейчас перекусим, попьем чайку. Пробовать что-то найти. Вот после обеда долгожданный сигнальчик. Выпадает вот такой кругляшок. Что это, монета или что? Пока не видно. Грунт, глина, камни. Копать тяжело. И похоже, это монета, но очень грязная. Сейчас потру, посмотрим. И ветер сильный. Немножко оттер, сильно тереть не хочу, она вся зеленая. Вот. 2 копейки 1909 года. Здесь вот немножко потер. Видите, она такая вся
заросшая глиной, лежала в глине. Ну, уже отмывать буду дома и смотреть, какой сохран. Продолжаем дальше искать. Зашли в лесок. Был такой, друзья, устойчивый сигнал. Даже перегрузочка включалась. И выпало из кучки земли. Уже сразу видим. Бляха. Бляха советская. Звезда он просматривается. О. Поломанная. Это, скорее всего, латунная, наверное. Все равно приятная находка довольно. Жаль, конечно, что сломано. Сломаны ушки. Петля сломана. Вот такой, такой лесок. Пойдем дальше смотреть. Может, еще что в леске попадется. Вот, друзья, верховая находочка. Остатки от какого-то сталкера. Такой вот противогаз. Вот. Прям сверху валяется. Уже весь потлевший. Вот такая вот прикольная находка. Прошел дождь. Такие вот красивые места, друзья. Ходим вот по этим горочкам, по оврагам. Место битое. Даже не то, что находок, сигналов особо маловато. Попадаются гильзы в основном. Гильзы. Ну, чтоб хороших сигналов очень мало. Походим еще, может, что-нибудь выходим. Друзья, вышли с леска. Такой зачетный сигнальчик. 75-79. Сейчас попробуем копнуть. Хотел копнуть в онлайне, но сильный ветер, друзья. Так что не обессудьте, если что-то выкопаю, покажу. Друзья, вернулись на старое место. Ходим медленно между ямок, и вот выходили еще одну монетку. Хожу на второй программе с беркутом, медленная проводка, и зацепил. Одна копейка, вся помятая, похоже, масон. Да. Масонская копеечка. Год не видно, но придется дома ее выравнивать. Вот, друзья, выбитое местечко, ямки старые. Маленькая монетка медная. Ну, на этом, наверное, будем уже коп заканчивать. Уже пора собираться. Всех благ вам, друзья. Оставайтесь на канале. Надеюсь, дальше будут выезды намного интереснее. Это пока была разведка.